Православное Закамье представляет «Жития святых». Введение во храм Пресвятой Богородицы. Второй, 12-й праздник церковного года, посвященный Божией Матери. Когда дочери святых праведных Иоакима и Анны исполнилось 3 года, они, выполняя свой давний обет, отправились в Иерусалимский храм с намерением посвятить Деву Марию Господу Богу. Около входа Богородицу ждали приглашенные Иоакимом девочки с горящими светильниками для того, чтобы в сердце Марии отныне поселилась пламенная любовь к Богу. По промыслу Божьему в храме Деву встретил первосвященник Захария, отец Иоанна Крестителя. Согласно преданию, он благословил Марию и, предвидя, что эта девочка станет в будущем одушевленным храмом Спасителя мира, даже позволил ей войти в святая святых, место, в которое имел право входить только первосвященник. С тех пор, пребывая в молитве, прилежно изучая Священное Писание и занимаясь рукоделием, Богородица воспитывалась и жила при храме. За эти годы она настолько возлюбила Бога, что решила сохранить девство, посвятив себя горнему миру. Когда Марии исполнилось 14 лет, ее поручили заботам престарелого плотника Иосифа.